Дорогой Дедушка Мороз, меня зовут Каталскас. Я котенок и живу на берегу Белого моря в поселке Котьма. Больше всего в жизни я мечтаю о приключениях, отправиться в морское плавание и познакомиться с настоящим морским котом, найти пиратское сокровище, победить настоящую крысу, а еще покататься на ките. Но вот что я думаю, Дедушка Мороз, ведь для этого мне надо было бы научиться чему-то особенному, волшебному, невероятному. Вот бы ты смог мне помочь стать капитаном корабля, на котором бы я смог отправиться в невероятное приключение. Еще, Дедушка Мороз, у меня есть желания и более обыкновенные. Я очень люблю ходить на рыбалку, и моя самая любимая еда – это рыба. Я слышал, что есть какое-то удивительное блюдо из рыбы – японские суши. Вот бы ты сделал так, чтобы я их попробовал. На этом заканчиваю свое письмо. Попутного ветра тебе, Дедушка Мороз, и отличного плавания. Будущий капитан Котобоя, котенок Каталскас. Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Меня зовут Финдус. Я котенок, который живет на краю маленькой шведской деревушки со своим другом Пэтсоном. Пэтсон одинок, но он надежный друг и всегда тут как тут, когда я попадаю в переделку. Я необычный кот и умею разговаривать, но тщательно это скрываю от друга Пэтсона, Густавсон. Дедушка Мороз, сделай, пожалуйста, так, чтобы у Пэтсона было больше друзей и к нам чаще приходили гости. Еще я мечтаю сходить в поход, чтобы мы рыбачили. Подари мне, пожалуйста, палатку, тогда мы сможем отправиться в удивительное путешествие. Пэтсон постоянно что-то мастерит, изобретает и улучшает наш дом. Однажды он изобрел для меня механического Деда Мороза. Ведь самая моя заветная мечта – это необычный волшебный праздник Новый год. Сходить за елочкой, купить угощение, испечь имбирное печенье и подарить друг другу подарки. Дедушка Мороз, сделай так, чтобы праздник пришел и в наш дом. В ожидании чуда, Финдус. Здравствуй, Дедушка Мороз. Это я, взрослый кот, Хвост. Пишу тебе письмо. Кокося говорит, что ты волшебник и все-все можешь. Так вот, если ты действительно все можешь, сделай так, чтобы мои хозяева не выгнали меня обратно на улицу. Хочу, чтобы я стал настоящим домашним котом. Сделай, пожалуйста, так, чтобы в миске у меня всегда был настоящий кошачий корм. Потрохов я и на улице наелся. Дедушка Мороз, представляешь, я нашел шапку на шкафу. Не простую, а волшебную. С ее помощью я могу летать. Вот если бы все коты умели летать. Пусть и Кокосик тоже летает. Хоть он еще и маловат, но он добрый и отзывчивый малый. Из него выйдет толк. Мы даже могли бы помогать другим, тем, кто попал в беду. Что и говорить, коты-звери необыкновенные. Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе Кокосик. Я котенок и живу у Вари и Тёмы. Квартиры. Они мои друзья. Еще с нами живут папа, мама и бабушка Варя и Тёма. А еще старший кот редкой породы по имени Хвост. Он очень умный и всему меня учит. Сделай, пожалуйста, так, чтобы он тоже стал моим другом. И тогда у меня будут друзья не только из человеков, но и из котов. У меня есть одно самое заветное желание. Я хочу поймать мышь. А то летом я пробовал, но у меня не вышло. Хвост сам всех мышей переловил. А ведь охота – это самое большое приключение, которое только возможно для
для кота. Дорогой дедушка, сделай, пожалуйста, так, чтобы у нас был самый настоящий праздник. Новый год с фейерверками, хлопушками и подарками. И чтобы ты обязательно к нам пришел. Thank you.